И это вторая выставка самобытного художника Льва Катунина, который долгое время провел за решеткой. Полотна, представленные на выставке, итог размышлений. Машенька, здравствуйте. Здравствуйте. Я упросил вашего главного, чтобы выставки писали только вы. Я просто счастлив вас лицезреть. Я тоже вам рада, Вадим. Вадим, скажите, пожалуйста, вы не считаете аморальным пиарить убийцу? Но, во-первых, он свое отсидел и скупил, так сказать. Во-вторых, Лев Катунин просто хороший художник. Угу. Ну, а в-третьих, у меня своя точка зрения на убийство Анны Манской. Извините, сейчас не об этом. Леонид, дорогой, здравствуйте. О, здравствуйте, здравствуйте. Как ваши дела? Ну и как тебе? Такое. Да, странные картины, зловещие какие-то. Тем не менее, глаз не оторвать. Да, говорят, и автор картин. Личность мрачноватая. Что вы хотите? 15 лет колонии строгого режима. Здравствуйте, коллеги. Привет, дорогая. Машка? Держи, что просила. Ой, спасибо. Спасибо, дорогая. Папа будет очень рад. Спасибо, дорогая. Слушай, а ты не знаешь, сам художник сейчас здесь? Это вряд ли. Здравствуй, дорогая. Как ты выглядишь? Здравствуй. Привет. Прости. Это Юра. Очень приятно. А это Яна. Привет, Яночка. Слушай, у них такая любовь была. И вдруг Катунин убивает свою жену из-за ревности. После этого он собирает все свои полотна и сжигает. Как тебе такая информация? Да, здрасте, достойный Шекспира. Не говори. И давно это у вас? Что? Ну, я про отношения с Комаровым, конечно же. С каким Комаровым? О, как далеки писатели от народа. Ты что, не знаешь, кто такой Комаров? Нет. Владелец корпорации «Манна». Холост, богат. Не упусти свой шанс, подруга. Слушай, эта журналистка все время на тебя поглядывает. Уж не влюблена ли она? Машка? Угу. Неутомимый карандаш? Да брось ты, Лера. Она слишком умна для этого и молода. Дорогие друзья, вот и пришло время удовлетворить ваше любопытство. Свою картину «Блудная душа» Лев Катунин писал в течение 15 лет. Да-да, именно в течение этих самых тяжелых и трудных 15 лет. Прошу. Вы же взрослые люди, мам. Надо уметь договариваться. А ты скажи папе, что если он не будет пить лекарства, я ему не отдам билет на хоккей. Угу. Конечно, достала. Журналистское братство самое братское. Туда не приду. Перестаньте! С вами все в порядке? Исчезни из моей жизни. Что вы делаете? Он убил мою мать. И ему хватило наглости изобразить вот это. Прошу приветствовать. Лев Катунин. Подождите! Подождите, пожалуйста. Меня зовут Мария. Я пишу об этой выставке. Я бы хотела с вами поговорить. Простите, не сейчас. Денег не будет. Маруся, ты что там делаешь? А тетя Клава опять все шнуры повыдергивала. Тетя Клава экономит электроэнергию. А ты свари-ка нам лучше кофе. Поговорим о вчерашнем мероприятии. Надо набросать план статьи. А я уже. У тебя все в почте. Да ты что? Угу. А я думал, твой вчерашний вечер был занят совершенно другим.
А твой? Всем привет. Это не мое. И не мне. Машка, тебе просили передать. Мне? Да. Человек из красивой машинки. Шеф, я вчерашние фотки только к обеду разгребу. Прошу меня не кантовать. Когда налюбуешься, делом займись. И про кофе не забудь, пожалуйста. Машка, Машка. Закрутила голову серьезному человеку. Я Комарова имею в виду. Машка, ты сорвала джекпот. Да ладно тебе. Ну а что? Молодой, красивый, богатый, холостой, Маш. Ну что еще нужно для полного счастья? Да ничего. Только вот то, что он такой красивый, богатый, молодой, еще до сих пор не женат, слегка напрягает. Что это напрягает? Я вот тоже не женат. А как, если вокруг столько симпатичных девушек? А оскомины не будет, джигит? Не дай бог. И, кстати, ваш Комаров-то он был женат. Просто жена от него убежала с каким-то турком. Опаньки, променять медицинского короля на какого-то турка. Может, он тогда не был настолько богат? А? Я возьму, Маш? Ну, в общем, нормально. Даже хорошо. А что поправил? Я уже из твоей третьей статьи вычеркиваю. Интересно, из шелков каких красок соткана душа художника? Да, а я не замечала. Ну так потому что я вычеркиваю. Слушай, а как там насчет детдома? Никто не откликнулся на мою статью? А я тебя предупреждал. И не надейся. И людей не обнадеживай. Это суровая правда жизни, Марусь. Спасибо за статью. Машка, да очнись ты уже. Сколько можно играть в безответную любовь? Ты что, не видишь, что его интересуют совершенно другие барышни? Ну, черепаха Матильда, она, конечно, не в счет. Мелания. Господи, да какая разница, Маш? Никакой. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Вот мы с вами и познакомились. Спасибо за цветы. Маш, вы меня, пожалуйста, простите за вчерашнее поведение. Я действительно не мог разговаривать вчера. Я все понимаю. Хотите, мы сейчас с вами поговорим? Где-нибудь в теплом, уютном месте? Я боюсь, что сегодня я… Хотя, почему бы и нет? Почему бы и нет? Пожалуйста. Мелания, кажется, мы ее теряем. Папу своего я не помню. Он ушел от нас, когда мне было года два. Мы жили с мамой вдвоем. Нам было вместе очень хорошо. Пока не появился этот Гатунин. Вскоре мамы не стало. Удивительно. Вы так на нее похожи. Что-то случилось? Нет, показалось. Ай, а мне повезло.
У нее замечательная семья. Мама учительница, папа инженер. Вы счастливая? Угу. Брат учится в 9 классе. Да. Я многое знаю о вас. Разрешите? Ольга Петровна, Машенька, я кое-что уточню в дирекции и жду вас в машине. Держись. Ой, Господи. Если бы не Юра, вообще не представляю, как бы мы со всем этим справились. Доченька, он очень хороший. Машенька, как вы были правы, мир не без добрых людей. Вот господин Комаров, он полностью оплатил весь ремонт нашей крыши, обещал ежемесячную финансовую поддержку, а еще бесплатное обследование всех наших детей в своем медицинском центре. Вот. С ума сойти. Что ж ты делаешь? Извините, пожалуйста. Голубчик ты мой, что же ты делаешь? Я же запретил женщину. Привет. Привет. Фантастика. Какой же ты молодец.
хотели? Нет. Только не это. Давай, давай, давай. Ребят, привет. Все готово? Да. Спасибо. О, Боже. За ручку. Глубже садись. Ага. Страшно было? Мне с тобой ничего не страшно. Это был просто... Я поначалу думала, что я умру от страха. Но потом, когда мы взлетели, там такая тишина, так спокойно, так красиво. И ощущение, что вы одни в целой вселенной. Это потрясающе. Мы летели где-то на высоте 1,5 километров над землей. О, и не страшно было? Поначалу очень. Да ладно. Че там бояться? Всего-то 1500 метров. Я как-то летел. Гарик, вообще-то сейчас не о тебе. Вообще-то страшно, но на самом деле это фантастика. Только вы вдвоем и небо это... Я, конечно, понимаю, что прерываю столь содержательную беседу. Но, может быть, все-таки поработаем по профессии, господа. Спасибо. Димыч! А, хороший номер получился. Угу. А, и меценат для детского дома нашелся, а ты не верил. Димыч, я замуж выхожу. Поздравляю. Согласны ли вы, Юрий, стать мужем Марии? Здрасте. Здравствуйте. Я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Даже не вздумай испортить ей праздник. Согласны ли вы, Мария, стать женой Юрия? Да. В знак любви и верности обменяйтесь кольцами. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга первым супружеским поцелуем. Thank you.
Я тебе разве не говорил, что здесь нет сети? Звонить можно только с домашнего телефона. Да? А тогда подожди меня, мне надо маме позвонить, иначе она на уроки убежит, ладно? Окей. Да. Да, мамуль? Да. Да, все хорошо. Да-да, конечно. Конечно. Угу. Пока. Юр, а что это было? В смысле? Ну, я видела, как ты ссорился с какой-то женщиной. Да это соседка сумасшедшая повадилась тут за деньгами. Не просит, главное, а требует. Может, ей помощь нужна? Может, не надо с ней так разговаривать? Давай я сам решу, как и с кем мне разговаривать. Прости. Прости, мышонок. Просто на работе не урядится, и это еще психанутая. Поехали, мы и так опаздываем. Так, со строками всем все понятно? Тогда свободны. Дим Димыч, курьер принес от Валерии Гонской. Отлично. Маша, подожди. Это афиша первой выставки Катунина. Вот это да. Посмотрите. Афиша как афиша. Женщина на портрете вам никого не напоминает? Маша, да она на тебя похожа. Да? Разве что прической. Но я думаю, что дело совсем не в этом. А в чем? Да, собственно, ни в чем. Я могу идти? Да, конечно. Катунин до тюрьмы писал совершенно другие картины. Маша, я хочу, чтобы ты сделала о нем очерк. Прости, Димыч, но не получится. Я боюсь, что Юре будет неприятно. Понимаешь, он до сих пор еще очень трепетно относится ко всему, что случилось с его матерью, так что... Ладно, сам разберусь. Извини. Вам это не надо. Мне нужны. Мне нужно восстановить утраченный портрет женщины, на которую вы очень похожи. Зачем же было его сжигать? Я его не сжигал. Его украл убийца. Так вы же ее и убили. Послушайте. Я никого не убивал, ничего не сжигал. Будьте осторожны. Вам грозит опасность. Слушай, я его боюсь. Он вполне тянет на убийцу. Но в то же время, когда он говорил, что он не убивал, он был очень убедителен. Вот я и думаю, что... Ну, если не он, то тогда кто? Маш, ну откуда я знаю? Я детективы не читаю, не люблю. И вообще, давай работать, а? Алло,
Вадим, здравствуйте. Это Мария, журнал «Пространство и время». Да. Скажите, пожалуйста, вы не найдете для меня полчаса? Вы как-то сказали, что у вас есть особое мнение по поводу убийства Анны Манской. Машенька, ну зачем такой светлые головки, такие мрачные мысли? Вадим, я вас очень прошу. Для меня это очень важно. Ну, если важно. Я не верю в то, что Левка мог убить Анну. Они любили друг друга. Да, и мне было по 17 лет, но отношения у них были удивительно свежие и светлые. Когда он увидел ее утром задушенной, он сам был близок к самоубийству. Впрочем, это мои эмоции, а суд руководствовался иными соображениями. Прошу. А, Димыч, послушай, я тут подумала и решила, что я займусь творчеством Катунина. Вот и хорошо. Держи каталог. А, спасибо. И еще одна просьба. Да, Валя. Ты когда-то говорил, что у тебя одноклассник работает в ФСБ. Да, Сережа Волков, подполковник ФСБ, а что? Вот, мне нужна будет его помощь в этом деле. Хорошо, я позвоню. Спасибо. Я просмотрел материалы дела и понял, что следствие было проведено крайне небрежно. Ну что вы хотите, середина 90-х, свирепствует криминал, полно резонансных преступлений, а тут тихая домашняя история, убийство на почве ревности. Простенько и со вкусом. Но улики правда были неопровержимы? Следственный эксперимент все подтвердил? А вы, Машенька, я смотрю, в сыскном деле хорошо разбираетесь. Детективы читать любите? Да нет, не в этом дело, просто я хочу разобраться. Прямых улик не было, это правда. И свидетельские показания очень зыбкие. Заявление несовершеннолетнего сына убитой. Но ведь Катунин уже на свободе. Даже выставка у него была. Зачем же ворошить прошлое? Красивая музыка. Когда я ее слушаю, я представляю себя капитаном летучего голландца. А почему так? Потому что он долго путешествовал по свету в поисках своего идеала. Как и я. Привет. Но мне повезло больше, свой идеал я, кажется, нашел. Нашел? Где ты это взяла? А, это... Это Димыч где-то нарыл. Чтобы я этого в нашем доме больше не видел. Что с тобой? Юра. Ты забыла, он убил мою мать. А что, если это не так? Что, если тогда следствие ошиблось? Ведь Катунин говорит, что он не убивал. Его друзья в это не верят. А подполковник ФСБ мне сказал, ты говорила, что... с Катуниным? Понимаешь? Ты с ним говорила? Да. Но Димка мне поручил написать о нем очерк. Мне нужно было понять, разобраться. В чем разобраться? В чем? Тебе мало того, что я говорю? Успокойся, пожалуйста, Юр. Зачем ты мучаешь меня? Я не хочу в эту страшную ночь. Ты неправильно все воспринимаешь. А как мне воспринимать это? Я не хотела сделать тебе больно. Прости, 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 прости. Прости, 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 все. Я такая дура, прости меня.
Димыч, долго еще? Там Вика нервничает. Пусть нервничает, если писать не умеет. Ну что это за очерк? Вот Маша писала, я понимаю, слушай, Инга, дай ей этой одаренной Машиной работы, может быть, до нее дойдет что-нибудь. Уже давала. Что это? Вот Машка варила, это да. А что я? Я ничего. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действий. Ну вот и все. Слушаю. Машка, это ты? Слушай, у меня здесь мобильный не ловит. Угу. Димыч, я очень соскучилась. Приезжай, а? Да, конечно. Отлично, жду. Что ты, Маша? Глупое солнце. Что случилось? Да вроде ничего, но... Одиноко. Тебе с ним плохо? Нет. Нет, что ты. Ну, просто мы живем вдвоем в этом огромном доме. Никого не видим, никуда не ходим. Один раз в неделю женщина придет, чтобы дом убрать и все. Ну и потом, Димыч, я... Я с ума схожу без работы. Вот. Я даже роман начала писать. Да ты что? Исторический детектив. Ух ты! Хочешь, покажу? Конечно. Так. Я говорил, что ты талантище. Давай пиши быстрее, заработаешь кучу денег. Юра! Что здесь происходит? Юра, у меня гость. Дмитрий. Это Юрий. Да ладно, а кто тебе сказал, что сюда можно гостей приводить? Юр. Юра, послушай, можно мне поговорить с женой? Нельзя так разговаривать с Машей. Я тебя спрашивал, как и с кем мне разговаривать. Прекрати. Ты что сюда притащился? Кто ты такой? Чего ты хочешь? Дим. Да тебе в... Перестань, Дима! Попробуй. Дима, я тебя очень прошу, уходи. Вот такие у тебя гости, да? Вот это друзья у тебя. Дим. Вот, напиши сам, ладно? Прости меня. Ничего.
хочу тебя предупредить. Слушай, что тебе нужно от меня? Послушай, я хочу тебя предупредить, если ты хоть что-нибудь сделаешь с этой девочкой. Что вы делаете? Вот, деточка, берегись. Он чудовище. Берегись его. Знаете что? Послушайте, у меня есть немного денег. Я вам сейчас их дам. Только вы уходите, пожалуйста, хорошо? А ты спроси у него, куда он мою Наташеньку делал? Какую Наташеньку? Наташеньку, доченьку. Она его женой была. Я ее ищу. Ищу. А найти не могу. Так это вы у нас под окнами бродите? Ну да. Я же Наташеньку ищу. Спрятала на ее. А может, убил? А ведь он и тебя убьет. Убьет. С ума сошел? Что за бред ты нес по телефону? Я изначально подозревал. Сразу подозревал, не хотел верить, убеждал себя, что сын не мог убить мать. Не смей врать. Не смей. И она ведь любила тебя. Юра. Опять вранье. Опять вранье. Она любила тебя. А на меня ей было наплевать. Где портрет моей Анны? Твоей Анны? Ты псих. Ты сжег его. Я не мог сжечь портрет. Где портрет Анны? Thank you.
Портрет женщины, который очень мало. Его не сжигал. Его украл убийца. Утром, когда он вернулся, увидел ее задушенной. Я не хочу в эту страшную ночь. Зачем ты мучаешь? Деточка, берегись. Он чудовище. Я никого не убивал, ничего не сжигал. А ведь он и тебя убьет. Будь осторожна. Что ты здесь делаешь? Я все поняла. И что? Хочешь поговорить об этом? Давай. Я не хочу с тобой разговаривать. Видеть тебя не хочу. Выпусти меня. Я думал, ты другая. Думал, ты лучше всех. Но я опять ошибся. Мне больно. А мне как больно. Ничего не получится. Ты будешь сидеть здесь, а я долгими зимними вечерами буду писать твой портрет. Девственно чистый холст. Он манит, искушает. Но торопиться нельзя. Нужно наслаждаться его белизной. Нет. Нет.
Тогда желание и вдохновение придут одновременно. В тебе столько скрытой сексуальности. Ты болен. Ты псих. Ты убил свою жену. Ты убил свою мать. Сколько тебе еще надо убить, чтобы накормить свои комплексы? Я сказал твоей матери, что ты пишешь роман, что все у тебя прекрасно, и ты просила ее не беспокоиться. С этим арабом. Теперь ты меня расстроила. Вы должны знать свое место. Какого же ты ничтожества?
Да! 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 Пушка! Она утонула! Она утонула! Она утонула! На моих глазах я ничего не смогла сделать! Она утонула! Материал по Юлии Остапчук? Кто это? Ничего себе. Вся страна читает, а ты не в курсе. Думаешь, нам это нужно? Тратить журнальные площади на очередное дамское чтиво? Нужно. Роман очень интересный, между прочим. Герои забавные. И знаешь, по стилю даже немного Машку напомнила. Ладно, оставь, я посмотрю, стоит ли этим заниматься. Да, Дим, сегодня же Машкина годовщина. Звонила Ольга Петровна. В общем, в 2 часа на кладбище. Ну что, Мелани, не весело нам с тобой? Господи, за что ей такая страшная судьба? Мам, не нужно. Все, 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 все. Все хорошо. А Юрий Алексеевич так и не пришел. Вот и хорошо. Кому он здесь нужен? Ну, как можно так говорить, Вов? Тише, вон он идет. День добрый. Здравствуйте, Юрочка. Здравствуйте. Маша не любила розы. Даже здесь он хочет сделать все по-своему. Пожалуйста, не надо. Ты не имеешь права. Еще как имею. Он не разрешал нам видеться с Машей. Даже звонить. Когда ты подрастешь, станешь мужчиной, ты поймешь, что семья для женщины, ее бог и подружка – это муж. Когда я вырасту, я обязательно отомщу тебе за Машу. Владимир, немедленно попроси прощения у Юрия Алексеевича. Извинись сейчас же, слышишь? И не подумаю. И деньги у вонючие мне тоже не нужны. Господи, нельзя. Юрий Алексеевич, ради бога, извините его. Я вам очень благодарна за все. Вы же понимаете, он совсем мальчик, он переживает очень. Но он прекрасно понимает, если бы не ваши деньги, и гимназия его была бы невозможна, и, естественно, поездка в Лондон. Простите его. Все хорошо. Ну что ты? Ну зачем? Говори. Деньги поступают на имя некой Ольги Петровны Парамоновой в течение 4 месяцев из одного и того же отделения связи. Дальше. Переводит деньги некая Юлия Остапчук. Остапчук. Кто она такая? Адрес выяснил? Адрес липовый. Кассирша Остапчук не запомнила, но как только она появится, она мне тут же сообщит. Ты уверен? Уверен. Ей деньги нужны. Иди. Неужели это ты? Она утонула. Она утонула. Она утонула. Мои глаза их не делают. Она утонула. Погиб. Мой муж.
Что еще? Что? Спрячься. Он меня найдет и убьет. Маш, ты беременна. Я не хочу от него ребенка. Не хочу от него ребенка. Маш, можно? Ой, солнышко, мне с тобой нужно поговорить. Юля, я не хочу сейчас с тобой разговаривать. А что ты психуешь? Давай выйдем, Митенька засыпает. Ты правда ничего не понимаешь? Юль, как ты могла притащить сюда всю эту ораву с телевидения? Ты с ума сошла? Но ведь ничего не случилось. Да слава богу, что ничего не случилось. А могло бы. Что если бы они нас увидели? Если бы мы с Митенькой с коляской гуляли? Да при чем здесь ты? При чем здесь ты? Приехали снимать меня. Юлию Остапчук, модную писательницу. Все. Которая ворвалась, как комета, на небосвод современной литературы. А вот это все, вот это знакомство со звездой. Неформальной обстановки. Слушай, звезда моя, мы с тобой миллион раз говорили, насколько это опасно для меня и моего ребенка. Но ты не слышишь. Я прошу тебя, хватит истерик. Это было год назад. Мария Комарова умерла, она утонула. А у меня сейчас живет двоюродная сестра Маша Пичугина со своим сыном. У меня такое ощущение, что Маша Пичугина иногда ведет себя как неблагодарная... дура. Юля, я очень благодарна за все, что ты для меня сделала. Но тебе не кажется, что я уже с лихвой расплатилась за твою доброту? Вот как мы заговорили. Вот как, значит. А если бы я не согласилась играть эту роль? Где бы ты была с Митькой? В конце концов, чем бы ты его кормила? Так. А ты? Ты бы сейчас где была? М? Ты бы сейчас подрабатывала своими клизмами и уколами. Но роль звезды, я смотрю, тебе намного больше нравится, нет? Ты завидуешь? Ты с ума сошла? Ты завидуешь? Перестань нести чепуху, Юля. Хорошо, ладно. Можешь догнать их и рассказать всю правду. Юль, что? Я не против. Что за спектакль, Юля? Маш. Маш, ну хватит тут, а? Ну, у нас же все хорошо вон. Смотри, Митька растет. Кстати, у него скоро зуб полезет. Думаешь, скоро? Я не думаю, я знаю. Я ведь не всегда была писательницей. Ну что, мир, дружба, жвачка? Ладно. Только не делай так больше. Хорошо. Маш, тут из редакции звонили. Они торопят, потому что я сказала, что Роман будет готов на следующей неделе. Но это невозможно. Я просто физически не успею. Но у нас же сроки. А я тебе говорила, не надо обещать. Ну нет, тебя понесло. Да, и кстати, мне нужны будут мои деньги. Ты не получишь ни копейки. Тогда ты не получишь ни строчки. Ладно, хорошо, ладно. Давай так, ты дописываешь роман, а я отдаю тебе деньги. Ладно. Она, как яркая комета, засияла на небосводе современной литературы. Скромная медсестра из районной больницы стала за месяц мегапопулярной. Итак, в нашей программе сегодня... О, это моя любимая телепередача. Юлия Остапчук. А вы читали этот роман? Очень хорошая книга, я вам советую прочитать. Удивительная писательница Юлия Остапчук. Но прежде давайте заглянем туда через замученную скважину. Да-да, и мы с этим законом... Давай! Что? На фоне багрового неба. Это первое произведение писательницы, в котором она сразу же заявила...
срочно найди мне эту Юлию Остапчук. И превзойденным создателем... Адрес, телефон, все. И ярких ироничных диалогов. Как получилось, что... Возможно, ваш родитель может оказаться замечательным драматургом, поэтом и что для вас? А кем вы хотите? Мне пришлось ухаживать за замечательным цветом. Во время с вами себе. Вы даже читали смех познакомиться с вашим новым произведением. Ну вот буквально на днях я заканчиваю свой второй роман, который будет называться «Забытое письмо». Ваш паспорт и билет. Спасибо. Юля, послушай, у меня не было другого выхода. Я очень тебя прошу, будь осторожна. Она была очень осторожна, но это ей не помогло. Мышонок. Где ты сейчас, Мария Пичугина? До встречи, моя любовь. Девушка, с вами все в порядке? Это ваше? Может, доктор, а? Отпустите меня, пожалуйста, отпустите. Пожалуйста. Юлия Остапчук. Портрет на фоне багрового неба. Во придумали, девчонки. Смеялись надо мной? Нет. Чей ребенок? Твой? Это ваш... Ваш ребенок, Витя, ваш! Ваш! Что, жить хочется? Говори со мной! Маша, на третьем месяце беременности была, когда я ее спасла. Что так? Ну ладно. Пожалуйста, а посмотрите. Разрешите. Майор ФСБ Комаровский. Вы не продавали билет этой женщине недавно? Билет должен быть на имя Марии Пичугиной. А что случилось? Вы продавали или нет? Она взяла билет до Воскресенска. 735-й поезд, 9-й вагон. Поезд только что отошел. Юрий Алексеевич, может, все-таки я... Нет, все, тема закрыта. Его
тут с этим хмырем заезжим. Внучка-то моя избежала. Ничего не сказав, не спросив. А у меня ж после гибели сына с невесткой, у меня ж кроме нее никого не осталось. А она вот так вот, видишь. Так и что, она так ни разу и не появилась? Появлялась с сыночком, с таким же вот. Ну, так и что дальше? Да не пустил я ее, прогнал, дурак старый. Потом кинулся догонять. Да поздно было, поезд ушел уже. Так значит, вы к нам приезжаете, чтобы ее найти? Конечно. Получаю пенсию, беру билеты. А знаете что, Иван Геннадьевич? Мы ее обязательно найдем. Вот увидите, найдем. Ты ешь давай, черт сидишь. Кусок в горло не лезет. Надо, чтоб лез. У тебя ж вон мужичок на попечении. Где сил-то брать будешь? И я как его голос в трубку услышала, аж сердце куда-то закатилось. Найдет он меня. Найдет и убьет. Я тебе не дам в обиду. Знаешь что? Давай ко мне поедем, Любавина, к нам. Серьезно? Нет, Иван Геннадьевич, вы поймите, мой муж страшный человек. Да Бог не без милости, казак не без счастья. Едем. Ты давай ешь. Давай сейчас отдыхай, утро вечером мудренее. Знаешь что? Чего вы тут на дороге-то? Переезжайте ко мне туда. Давай, переселяйтесь. Без сознания. Писательнице повезло. Приход соседки спугнул убийцу. По факту о нападении на Юлию Остапчук возбуждено уголовное дело. Главной подозреваемой является Мария Пичугина, двоюродная сестра Юлии, проживавшая у нее, по словам соседей, около года. Мария Пичугина объявлена в розыск. Конечно, зло процедил он сквозь зубы. Разве тебе дано понять, из шелков каких красок? Разве тебе дано понять, из шелков каких красок соткана душа настоящего художника? Маруся! Инга! Инга! Димыч, что случилось? Немедленно узнай, в какой больнице находится Юлия Остапчук. Ну, хорошо. Маш. Доброго благодарим. Ну вот они, мои хоромы. Милости просим. Условия, правда, не ахти. Но, как говорится, в тесноте не в обиде. Прошу. Спасибо. Ой. Спасибо вам. Прошу. Спасибо. Давай за мной. О, Господи. О, а жить вы будете вот в Светланкиной комнате. Тут и просторно, и светло, и главное, безопасно.
А что, если он все-таки нас найдет? Я-то все-таки кадровый офицер. Правда, в отставке. Ну, Афган прошел. Располагайтесь. Спасибо вам огромное. Ну, чего? Очень приятная девушка была. Внимательная, вежливая. Сыночка своего любила. Сына, вы ничего не путаете? Это точно она? Ну, она кто еще? Откуда же у нее ребенок? Не, ну вы вроде взрослый человек, не знаете, откуда дети берутся. Я не знаю, откуда у Маши может быть ребенок. Так она, когда к Юле приехала, она уже беременная была. Ну, рассказывала, что она из дома ушла, Юля ее к себе приютила. Ну, а через полгодика и Митенька на свет появился. Славный такой мальчишечка, я с ним гуляла, когда Маша писала на ноутбуке свою. А где она может быть, как вы думаете? Вот что не знаю, того не знаю. И вот еще. Вот не верю я, что Маша хотела убить Юлю. Вот не верю и все. И я тоже. Спасибо вам большое. Спасибо. Держи. Молодец. Давай, давай. Давай, давай, крути. Вот так. Маша. И вот так. Да. Тут такое дело. Что-то случилось? Подругу твою, Юлю, чуть не убили. В больнице она сейчас. Без сознания. Это он. Так это не все еще. Ты в розыске. Тебя подозревают. В покушении на убийство Юлии Остапчук. Но это не я. Иван Геннадьевич, ну я же вам рассказывала, это он. Поверьте, это он. Верю, верю. Тихо, 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 тихо. Успокойся. Сейчас главное... Главное сидеть тихо и никуда не высовываться. Понятно? Авось образуется. Я вот рыбкой разжился. Пойду уху соображу. Тихо, 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 тихо. Хорошо. Мы с тобой уедем отсюда. Да? Сегодня еще здесь перекантуемся, завтра уедем. Далеко-далеко. Да нельзя сидеть сложа руки, как ты не понимаешь? Нужно арестовывать этого Юрия Комарова. Димыч, Димыч, тише. Не кричи так, а то сейчас группа захвата примчится. Слушай, Серый, Машке угрожает серьезная опасность, а ты в остроумии изгаляешься. Хорошо, давай серьезно. Все факты указывают на то, что Мария Пичугина покушалась на жизнь Юлии Остапчук. Главный мотив – деньги. Полученный Остапчук – гонорар за книгу. Это Маша писала. Точно, можно подтвердить экспертизой. Но сейчас не об этом. Надо хватать Комарова. Он тоже понял, что Маша жива. Он напал на Остапчук, получил информацию и теперь тоже ищет Машу. Да, сюжет ты лихой закрутил. Только этому, кроме твоих фантазий, нет никаких доказательств. Ну как нет? Ну, соседка узнала в Маше эту самую Пичугину. Да тем хуже для твоей Маши. Я уверен, в ближайшее время ее задержат. Да это Комарова надо задерживать! Ну, Сережа, ну ты... То есть ты хочешь, чтобы я сейчас позвонил коллегам из убойного отдела и сказал, что нужно подавать в розыск на солидного владельца медицинской корпорации, потому что он носится по городу в поисках своей погибшей год назад жены, которую хочет убить? Димыч, представляешь, что мне там скажут? Спасибо, Серый. Не, не видела. А знаете, если поезд был пассажирский, а не скорый, то перед Воскресенском он еще две остановки делает. Любавина и Орехова. Вот там у таксиста вы поспрашайте. А что она натворила? Ядерный чемоданчик украла, что ли? Ребенка. Какой-то буржуй-маньяком оказался. Да ладно. Точно. Какой-то Комаров.
Не, ну ты прикинь, а? Юрий Комаров, хозяин медицинской корпорации «Манна», подозревается в убийстве своей матери и первой жены. Об этом только что сообщила недавно пришедшая в себя известная писательница Юлия Остапчук. Садись. Это магнит, понимаешь? Где магнит сейчас, мать? Ну, конечно. Так магниты нам. Да. Мне нужен срочный вылет. Приближается снежный фронт. Все вылеты отменяются до завтра. Понял, магнит. Эй, сражу. Еще вот запрос и молча. Алло. Да, Серый. А я что говорил? Куда улетел? Воскресенск. Значит, Машка в Воскресенске. Так, что же делать, что же делать? Да это у вас план перехвата, а у меня... Слушай, я не могу сидеть в редакции и ждать новостей. Все, пока. Старший лейтенант Обуховский. Да? Где Комаров? Юрий Комаров, где он? Был недавно, убежал. Что значит был? Где? О, так вот он, самолет его летит. Кто дал разрешение на взлет? Ёшки. За мной! Все стали бегом! Он был одним из самых богатых людей нашей области, но под личиной благодетеля и мецената скрывался опасный маньяк. Юрия Комарова вот-вот должны были арестовать, но судьба распорядилась по-своему. 3 часа назад он погиб в авиакатастрофе. На своем 4-местном самолете Комаров попал в снежный фронт, не справился с управлением и рухнул под Воскресенском в районе гранитных карьеров. На месте падения найдены останки Комарова и черный ящик. На расшифровку записи понадобится и несколько дней. А теперь о погоде. Завтра по области ожидается приятный погода. Машунь. Ты что? Ты что ты? Ну видишь, как все повернулось. Ну, слава богу. Ну что ты? Что? Ну что ты? Все. Ну. Успокойся. Все нормально. Алло. Машка, ты? Маша, Машенька. Как ты? С тобой все в порядке? Ты где? Да, сейчас. Ничего не угрожает. А этого его уже нет. Посмотри на меня. Ну. Делать мне все равно страшно.
Я до сих пор всего боюсь, каждого шороха. Машка, не узнаю тебя. Ты ли моя Машка? Нет. Та Машка утонула. А новая тоже ничего. Уж я-то толк в Машках знаю. Ребят, все, слава богу. Вы пейте чай, укладывайтесь, Маш. Дмитрий, можешь в большой комнате, как хочешь. А я в мастерскую, у меня там вот такой диванчик, все, пойдем. Можно я на Митьку посмотрю? Конечно. Знаешь, он такой забавный. Я обязательно выращу из него хорошего человечка. Мы вырастем. Что ж ты в пальто? Даже раздеться не дала тебе. Иди раздевайся, а я пойду тебя устраивать. Я быстро. Я мигом. Сына, вы оставите живы. Не слушай его. Где сын? Пришел. Да. Зачем, скажи, спать, когда тут так интересно, да? Ну что, Маш, разобрались, кто был в самолете Комарова? А, да, разобрались. Так этот гад вместо себя другого человека за штурвал посадил. Представляешь? А главное, одел свой костюм и что-то там в двигателе сделал. Так кто погиб-то? Пилота местного нашел. Денег побольше пообещал и... Какой кошмар. Так, ну вроде все готово. Да. Друзья этого пилота только через 3 дня охватились. Думали, на радостях загулял. Жаль человека. Так, Димка, где? Гости собрались, именинника нет. Все тебе скажи. Тетя Оля, у вас все так вкусно. Спасибо, какая дорогая. Вы вот у нас Иван Геннадьевич фаршированную щеку приготовил. Да, вроде нынче удалась. Ставьте себе. Спасибо, ага. Ой, а запах какой. А где Димка твой? Будет с минуты на минуту. А вот и он. А вот и мы.
Прошу. А где дедушка? Давай. А где дедушка? А вот и дедушка. Светка. Ой, прости ты меня, старого дурака. А это кто еще тут у нас? Как тебя звать? Матвей. Иди сюда. Ах ты! И сколько же тебе лет-то, а? 4,5. Мамочки мои, 4,5. Ой. Давайте. Давайте. Долго упрашивал? Да нет, просто когда Сережа Волков ее разыскал, она подумала, что розыгрыш. А потом обрадовалась. Ой, Господи. Ну, давай, пошли раздеваться. Давай. When you stare at the sky, drowning.